еще и делают моста для того, чтобы можно было не одной машине проехать, а сразу же двум машинам, то есть туда-обратно. Поэтому его решили реконструировать и сделать его шире. Потому как здесь вот дорога тоже будет строиться, она уже началась строиться здесь. Поэтому вот решили и этот мост реконструировать, то есть сделать его шире. И соединить, значит, Holiday House с центральной магистралью. Так что вот такие планы у застройщиков на ближайшее время. Но вроде бы обещали к осени его сделать.